На пересечении автодороги «Восток» и Березовского шоссе недалеко от остановки «Шашлычная» ДТП попали три автолюбительницы. 47-летняя хозяйка BMW X5 ехала на дачу, она двигалась по федеральной трассе от Амура и на перекрестке собиралась повернуть налево, в сторону Березовки. Горожанка приступила к маневру и только потом заметила, что по встречной полосе к ней стремительно приближается Nissan Bluebird. По словам хозяйки кроссовера, 25-летняя оппонентка и не думала сбавлять ход, хоть ей и горел запрещающий сигнал светофора. Загорелся желтый сигнал светофора. Я с поворотником поехала, смотрю, машина мчится на скорости. Я хотела прибавить газу, чтобы уйти на поворот. А она, наоборот, руля вырулила. И, наоборот, вот здесь уже, вот на этом месте, она, наоборот, в меня и въехала. Машина сначала встала на два колеса, чуть не перевернулась. Эта авария стала первой для хозяйки BMW, за рулем она уже 14 лет. Во время столкновения женщина ушибла ногу, на месте ДТП ее осмотрели медики. Травмы оказались незначительными, а вот иномарка пострадала существенно. В автосервис кроссовер отправился на эвакуаторе. Осмотрели врачи и водителя Bluebird. Горожанка, получившая права год назад, была шокирована случившимся. Третья участница этой истории – 31-летняя хозяйка Suzuki Escuda. Она двигалась к автодороге «Восток» со стороны Березовки. Осознав, что потерявший управление BMW после удара отбросит на ее автомобиль, горожанка выкрутила руль в сторону, подставив правый борт иномарки. Автолюбительница не пострадала, она поддерживала оппонента до прибытия автоинспекторов. Экипаж ДПС виновницей столкновения признали водителя Bluebird как проехавшую перекресток на запрещающий сигнал светофора. Все автомобили застрахованы. С места происшествия Юлия Рябцева и Виталий Векслер.